Сейчас вот этот долбанет, смотри. Нет. Да. Я не знаю, что обжигает, обжигает, обжигает. Ну-ка, я закоцался. Ой, Лешку поцарапали, ты посмотри-ка. В принципе, я это пережил. Ух ты ж, мать твою, аж ладошки вспотели чуть-чуть. Я больше не могу. Я больше не могу. Приветствую на канале Mixel Games, меня зовут Михаил, соответственно. Продолжаем проходить Call of Cthulhu. Итак, вспоминаю прошлый стримчик. Наверное, это эксплуатационный люк для доступа в шахту лифта. Какой стримчик? С прошлую запись видео по нашей... Не поддается. По нашей Cthulhu. Значится. Эй, тихо, ты чё включился? Зачем? Вот, вот, все. Кнопочка открылась. Ё-моё, только вот не надо вот этого, типа, чтобы нас накрыло. Вспоминая прошлое видео, мне писали в комментариях, что мне сейчас предстоит столкнуться снова с этими ублюдочными тварями. Так, теперь, я так понимаю, мне здесь спускаться, да? Так. Как-то я не так это сделал. Блин, как-то я не так это сделал. А почему меня сразу сходу накрывает? Так, я так понимаю, я должен аккуратно спуститься по этой штуке, да? Вниз. А я могу это сделать? Да как? В смысле? А почему? Я не шел вперед, он просто покачнулся и упал. Вообще, вот чудило. А почему его сейчас накрывает? Я же вроде отошел. Все, смотри. Давай пробуем. Так, значит, на лестницу. Давай аккуратно, аккуратно, аккуратно забираемся на лестницу. Я попробую, что это вот такое? Нет, это просто уперлись. Так, и здесь вот так вот вход не просто так. Значит, мне нужно будет туда забраться и спуститься по этой штукенции. Я же за нее держусь, да? Держусь. Аккуратно. Ну. Слушай, ну давай я, не знаю, вколю себе вот эту хрень, потому что, мне кажется, его накрывает. Запал уже заряжен. До взрыва осталось 20 минут. Вперед! У меня ограниченное время. И зашибись. Он меня еще закрыл. Так. Это, я так понимаю, мне туда надо спускаться, да? Стоп. Здесь есть еще лестница. Цепанулся. Ух ты ж, мать твою, ты смотри. Так, стоп. Давай-ка я по инвентарю посмотрю. Все ок. Я спускаюсь на этой штукенции. Мне побезопаснее, мне кажется, будет. А дальше будем посмотреть. Но судя по тому, что мне писали в комментариях, ну, мне предстоит, ну, страдать. Я так понимаю, я зря забрался на эту лестницу. Есть, есть, есть. Я взялся нормально, потому что вот эта хрень будет меня жечь. По-любому, это бабки. Это золотые слитки, это золото маршей, то самое. Так, ну давай ты спустишься, да. А можно... Странно, золото неестественно белого оттенка. Серьезно? Тебя это прям сильно смущает? Так, тихо, стоп, стоп. Я так понимаю, надо спуститься. Аккуратно, не привлекая... О, оружие, мне дали пистолет. Сколько у меня патронов? 40, не густо. Ну, конечно. Ногу сломал. Мать твою. Килься давай, пока есть время. Пока безопасно я тут оказался. Ох, блин, я даже не знаю, что мне тут предстоит, пацаны. Вот. Так что, наверное, буду страдать. Конечно, мне тут еще... О, еще мне как бы писали, чтобы я тут поменьше вырезал моментов ступником, но я не думаю, что это такая уж и... Такая же будет интересная хрень, смотреть, как я возвращаюсь туда-сюда, бегаю. Вот, но я просто постараюсь более разумно подходить к некоторым вещам, быть более внимательно как-то. Вот, постараюсь меньше тупить, чего уж там говорить. Так, значит, это...
О, открывашка. Ясно. Также, ребят, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас поставить лайк авансом. Это секретное золотохранилище. Похоже, именно здесь марши складировали свои богатства. Да, блин, пипец. Аванс поставить лайк заранее. Если вам понравится это видео, то можно его оставить. А если не понравится, то можно просто, типа, ну, дис поставить или как-то. Так. Я же не просто сюда захожу. Так, стоп, погоди, я сначала давай просто по чуть-чуть обойду, а то здесь есть сохранится где. Вот, также, если вы не подписаны, то было бы круто, если вы подписались на этот канал и подписались на канал в Телеграме, ссылочка будет в описании этого видео. Вот. А также группа ВКонтакте, например, почему бы нет, было бы прикольно. Вот. Вот. Давайте я сейчас, значит, посмотрю, если может какие-то патроны или хилки валяются. Потому что мне часто пишут о том, что я вот тут пропустил, там пропустил. Что-то вот тут лежит, что-то вон там лежит, а ты это не заметил. Так, ну ладно, давай поднимемся наверх. Надеюсь, мне еще какое-то оружие дадут. Кроме... О, мне еще Серый Рейджи писал, что я винтовочку пропустил в одном месте. Ну... Я как бы, в принципе, все равно бы ее сейчас слил. Но, в принципе, можно было бы посмотреть, что это за винтовка такая. Чисто поугарать, поприкалываться. Так, я сейчас... У меня 20 минут. У меня таймер 20 минут. Ё-моё. Я имею в виду тот, который мне дал агент. Так, стоп, давай-ка я пока пройду верхом. Стоп. Ёлки-палки, этот бульон еще живой. Стоп. А... Эта хрень еще живая. Знаешь что? Давай-ка я сейчас убегу, попробую. Мне нужно сохранение поискать. А то что это я буду по 500 тысяч раз туда-сюда бегать? Дверь заперта. Ну все, хотя бы так. Мне срочно нужно найти сохранение. Где-то здесь оно, может, заныкано, а я об этом не знал. Да нет. Нету здесь нигде крестика. Ну все. Знаешь, хотя на самом деле 100% получится так, что я просто его где-то не заметил. Вы мне об этом напишите, что ой, да ты вот, блин, прошел, там сразу можно было сохраниться. Давай, знаешь, что я попробую? Не открывайте. Ладно. Вентиль давления контролирует поток газа. Я не знаю. Попробую так. Это опять чудо здесь. Как не... Так, стоп. А здесь какой-то... Этот вентиль управляет током газа. Я так понимаю... Не поддается. Какого-то вентиля мне тут не хватает. Мне нужно еще найти вентиль. Так, я пока буду крадучись. Ох ты ж, мать твою, какая-то отвратительная хренотня. Какая-то отвратительно соплевидная, многоглазая. Не открывается. Давай. Все, да? Слушай, ну пипец. Как я тут пройду просто так? Надо аккуратно пройти. Во, видишь? Меня уже спалили. Меня уже ждут. И что, ты меня ждешь? А может, надо ей пострелять? Тырдочку. Или в глаз. Вот это сучилище. Смотри-ка, ничего себе. Хоть бы хны. Надо все варианты пощупать, попробовать, да? Ладно. Значит, мне здесь она не пропустит. Уже она свою трубу, свой шланг высунула. Не поддается. Значит, у меня, возможно, есть какой-то конкретный тайминг. Давай будем смотреть. Вот. Шланг сейчас выставит, да? Нет. Она, наверное, ошпарилась и утихомирилась. Все, вон, смотри-ка, шланг выставила. О, надо же. Мозг, прикиньте, пацаны. Я не смогу повернуть вентиль голыми руками. Голыми ногами попробуй.
Так, мне нужно три вентиля, да? Или один съемный, чтобы везде был. Блин, вот так пора. Мне здесь не на что надеяться. Да иди нахрен ты со своими жалобами вонючими. Это мне здесь не на что надеяться, кроме как на тебя. И на наших комментаторов, дорогих. Подписчиков, комментаторов. Так. Я что-то слышу. Стоп. Что такое? Чего? Ну, по-любому галлюцинации. В тенях кто-то есть. Ну, все ясно. Это опять... Они меня найдут. Иди нахрен. Чудит опять снова. Я не могу нормально думать. Да, это мы заметили. Так, я не понимаю... Все это никогда не кончится. Я не уверен, что я с первого раза смогу пройти эти места, потому меня что... Меня преследует. Ну, это не исключено. Потому что... Потому я что... знаю, я скоро умру. Это точно. Потому что я скоро он тут... Он меня зовет. Меня скоро тут прикончат, судя по всему. А сохранение... Не надо мне было сюда приезжать. А сохранение мне не дают. Ты смотри, мне не дают сохраниться. Почему? Да что я тут забыл? Да я сам не понимаю. Не понимаешь ли конкретно какой-то отведенный тайминг дали, 20 минут. А сохраниться мне я не... Мне нужно собраться с мыслями. Сохраниться я не могу, значит мне придется это перепроходить по 100-500 тысяч раз. А я так не хочу. Я хочу это все пройти с первого раза. На самом-то деле. Так, вон там еще есть калитка. Стоп. Давай я подергаю эту калитку. Она... Дверь заперта. Да, она на щеколде. Опа. Кажется, я тут уже был. Слушай, вот, ты смотри. Это какой-то короткий путь. Это какой-то короткий путь для возврата, судя по всему. Значит, мне сейчас нужно здесь шороху навести. Погоди, а я еще журнал-то не читал. А ничего, а он даже не заполнился. Записи о ходе расследования. Дневник. Ничего нового не появилось. Ты посмотри, я думал, какая-то инфа появится. Опа. Да, это что за клоака? И как мне это проходить? Блин. Пацаны, чую, мне придется тут... Мать твою! Ну нахер. Ну нахер. О, вот эта хрень будет по мне долбить. А мне как-то нужно тут перепрыгать, да? Да-д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 а. Эта хрень агрессивная. О, нужно тайминги. Нужно иметь какие-то тайминги. Смотри-ка. Они, наверное, по очереди могут. Нет? Сейчас вот этот долбанет, смотри. Нет. Да. Я не знаю. Обжигает, обжигает, обжигает. Ну-ка, я закоцался. Ой, ляжку поцарапали, ты посмотри-ка. В принципе, я это пережил. Ух ты ж мать твою, аж ладошки вспотели чуть-чуть. Я больше не могу. Я больше не могу. Можешь, не сцы, Маруся. Так, есть один. Тело холодное. Похоже, он умер уже давно. О, да. В тенях кто-то есть. Кто опять там в твоих сраных тенях? А птичка в тенях, пацаны. Это вообще, это мне так фартануло. Они меня найдут. А давай мы сохранимся для начала, вместо того, чтобы ныть, трындеть, вот это вот все. Мы сохраним. Они меня схватят. Так схватят тебя обязательно. Они меня зовут. Да, забыл. Дверь заперта. Да что я тут забыл? Ты тут забыл кое-что. Надежды больше не осталось. Да, никакой меня надежды. Меня принесут в жертву. Мать вашу. Нужно отсюда бежать. Погоди, а можно было ключ-то гаечный подобрать? Я не хочу умирать. Стоп, это, наверное, ключ гаечный нужно подобрать. Тело холодное. Ключ-то... Похоже, ему он больше не понадобится. Вот, смотри. Этим ключом мы сейчас будем вентили проворачивать. 100 за 100. Вот смотри, мы сейчас опять сюда бежим. Крутель, крутель. Не открывается. Да иди, вот так вот. Все, он опять ошпарил свою ляжку. Мы, короче, врубаем. Этот вентиль управляет. Да, не ной. Током газа. Во. Смотри-ка. Офигеть, а че у меня как быстро все получается. Мне чувствую, мне кажется, мне придется еще жестко убегать. А еще раз можно?
Нет. Слушай, давай, значит, пробуем, как это повлияет. 20 минут конкретного времени. Я так понимаю, здесь тайминг идет, ну, прям, ну, реального времени. Нет, нужно будет пробежать. Не поддается. Че тебе не поддается? Снова пробегаем, да? Сейчас долбанет по шее, да? Долбанет по шее? Не, не долбануло. О, эта хрень очухалась, ты посмотри. Надеюсь, я не пожалею об этом, что я именно здесь пробежал. Наверное, надо было мне вернуться просто назад. А может и нет. А может и да. Так. Так, мне бы просто вспомнить. Нет. Или да. Да пофиг. В принципе, это пофиг. Тихо. О, ноги не переломал. И то хлебушек. Так, я вроде смотрю. Может, я что-то мог бы пропустить? Ну, вроде я ничего не пропустил. Давай я, значит... Что опять ты пыхтишь? Не пыхти. Я просто посмотрю, для чего здесь вот эти... Нет, это просто, наверное, так сделано. Чисто декоративная хрень. Это короткий выбег. Да, здесь это зверюга. Блин. Они тоже пиздюли раздают по таймингу? По очереди. Пробую, значит... Пробую по таймингам. Пробежал вроде, пробежал. Ты посмотри, какой он молодец. Меня закоцали? Ну, царапина вонючая. Она кровоточит? Она сильнее кровоточить стала, ты прикинь? По-моему, она кровоточила меньше. Давай быстро, 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 быстро это делай. Вот. Так, чел, ты мне, значит, оставил свой ключ. Но я че... А, мать твою! Я забыл! Что-то... Я забыл, где еще эти два вентиля. Как я так мог? Нет, 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 я... Я пробежал мимо двух вентилей, ты подумай, а. Не открывается. Так, а все открывается, вот смотри. Смотри, ляжку ошпарили. Мне кажется, тут очень ограниченное время на забег. Так, тот ключ мы повернули. Вот еще два ключа. Вот те самые два ключа, которые нам нужно тоже повернуть. Я не смогу повернуть. Да, я смогу. Месяцы, я смогу. Вентиль голыми руками. Я, это, одетыми руками. Есть. Еще одну хрень провернул. И этот вентиль управляет. Да. Током вот. Газа. Током газа. Давай, ток газа врубай. Все. Это было 4 тока газа. Я ж, наверное, все выполнил. Или нет? Или что мне тут еще конкретного нужно сделать? Так. Что-то, наверное, конкретное тогда еще должно быть здесь. Странно. Золото неестественно белого оттенка. Мне, возможно, где-то еще какие-то ворота нужно открыть. Или сейчас придется возвращаться назад. Так. Или как? Или... Ну ладно, мы, в принципе... Ну давай... В принципе, тут зацикленная дорога. Давай мы, значит, вернемся назад. Пойдем в обратную сторону. А, нет. Мы нам так и придется здесь пробегать. Я могу? Нет, не могу. Не поддается. Ну смотри, я все вентили открыл, которые надо. И... Значит... Мне нужно снова пробежать мимо этой собаки и бежать к лифту, наверное. Ну, не к лифту, имеется в виду шахту лифта. Давай. Молодец.
Есть. Теперь давай с этой стороны. Бей с этой стороны. Молодец. Молодец. Отработал. Давай, молодец. Отработал. Умничка, умничка. Так, все, теперь мы должны, наверное, подняться в шахты лифта. Тут кнопка. Нет никакой кнопки, да? Угу. Так. Значит, думай, голова, шапку куплю. Думай, голова, шапку куплю. Так. Наверное, назад. Наверное, сюда. Наверное, сейчас нужно сливать отсюда. Ну, я просто не знаю. Тут какой-то конкретный тайминг должен быть. Я, наверное, все вентили открыл. Мне так кажется. Вот. А я попробую вот эту кнопочку нажать. Откроется или нет? Поможет мне это? Помогло! Меня чуть не убило. Нахрен. И теперь мне туда, да? Так, здесь был бадабум. Здесь была эта тварь, я ее взорвал. Прикинь? Прикинь? Да. Да, я здесь проходил. А вон калитка, наверное, в эту мне надо. А можно сохраниться? Ну, пожалуйста, ну будьте человеками. Дайте мне сохраниться. Можно мне крестик? Сохраняющий, сберегающий. Знаете что, я вот возьму волыну на всякий. Ну, пожалуйста, сохраниться-то дайте мне, а. Будьте человеками. Дайте мне сохраниться, будьте человеками. Мне все это заново придется перепроходить, что ли. Храм? Ёпа-шупа-га... Опа! Ты дурак? Я не могу его взять. А вот это положишь? Нет. А может книжку почитать? Нет. Драгоценный... Блин. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. А можно выйти, да? Сейчас опять... Смешно, да? О! Ну типичный скример, когда башка вот так шатается. Дай долбануть тебя, пощад. Натис! Утихомирил. Нет, так не работает? Когти голыми руками не раздвинешь. А чем его раздвинешь? Так, давай-ка я, наверное, пока подхилюсь, пользуясь случаем. А, ключом гаечным может опять же, да? Давай гаечным ключом. Нет. И что мне делать? Подойти к тебе? А что ты можешь мне предложить? Если смотреть на статуи, то начинает болеть голова. Это Ктулху. Знакомьтесь. Очень приятно. На табличке вырезан текст на каком-то древнем языке. Опа, опа. Интересно. И? Это кнопочка. Да-да-да, все правильно базаришь. Еще нажимай. Давай, не отпускай. Жарь, 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 прожаривай. Прожаривай, прожаривай хорошенечко. И что делать? Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Нет. Когти голыми руками не раз... Ну-ка, попробуем. Да как же тогда с тобой поступить? Как же с этой хренью поступить? У меня голова... Я в этой комнате с ума сойду. Нужно отсюда выбраться. Так. Давай попробуем. Попробуем. Нет, да? Так.
Так, нет, ты давай вкали себе вот эту штучку. Благо у тебя ее до хрена. И что делать? Стоп. Стоп. А я могу выйти? Ну, дверь открывается. Двери заперты. Я в ловушке. А, ну все, да? Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Ничего, сейчас догадаемся. В смысле? Да ладно. И сейчас все заново. И я просто сошел с ума в этой комнате, и мне сейчас придется... Я не знаю, зачем я здесь. Опа. Это еще... Стоп. Серьезно. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Сейчас типа все заново. Ну ладно, мы сейчас это все на лайте пройдем. Смотри. Смотрите и учитесь. Самое главное — догадаться, что делать в этой сраной комнате. Сейчас мы все это сделаем вообще. Это секретное золотохранилище. Да. Похоже, именно здесь марши складировали свои богатства. Я сначала, давайте, знаете что, просто окину взглядом вокруг. Возможно, я чего-то не замечаю. Возможно, мне просто что-то нужно прихватить. Но я этого не заметил. С помощью чего можно сковырнуть эту хрень? Например. Но это не точно. Вот, например, вот сюда. Ну все, сюда подходить нереально, потому что кнопка уже завалена вот этой парашей. Все, значит, а теперь однозначно мы идем в эти ворота. Идем. План действий нам плюс-минус более-менее уже известен. Все, что мы будем делать. Ну, кроме этой комнаты. Что делать в этой комнате, я что-то пока еще не допетрил. Нужно, наверное, было это вынимать камень, пока он был тепленький, пока он еще это нагрелся, ну, горел пламенем. Это нужно было тоже делать все быстро. Вентиль давления контролирует поток газа. Так, все, ляжку она убрала, мы пробегаем. Это легко, это мы запомнили. Все, сейчас она ляжку свою положит обратно. Давай, быстро, все. Это мы посмотрели, все, мы знаем, что их нужно все будут провернуть. Вот. Это мы пустим газ, и эта хренотня полетит на воздух. Ну, туда и, как говорится, и дорога. Вот. Теперь мы спускаемся здесь, мотаем на ус. Если кто-нибудь не проходил это, смотрите внимательно, я вас сейчас всему научу. А потом вы меня научите в комментариях. Вот. Как нужно было реально правильнее проходить. Или просто единственный возможный способ. Возможно, я за эту серию даже пройти-то не смогу. Но... Стоп. Стоп. Вот эту калитку сразу открой. Дверь заперта. Давай, щеколду. Вот и все. Все. У тебя есть тут открытая калитка. Лучше будет... Лучше, чтобы она была открыта заранее, чем не будет ее открытой вообще. Теперь заходим сюда. Это лапа... Да, это вот... Ай, обжегся. Это вот жопень. Так. Давай. Опа. Ага. Вот. Вот так, молодец. Все, смотри, это мы пробежали. Это мы все дело пробежали. Так, ты сильно повредился? Да нет, чуть-чуть обжег пальчик, наверное. Ничего, нормально. Значит, вот. Чел валяется. Ему он больше не понадобится. Не понадобится, не боись, мужик. Я с ним буду обращаться бережно. О, аптека. Аптека плюс. Берем. Дверь заперта. Дверь заперта на щеколду. Мы ее отковырим. Щеколду отковыривай, а дверь открывай, идиот. Идиот! Как бы сказал сержант Дорнан из Fallout 2. Вот. У нас появился ключ. Давай мы сразу... Не открывается. А откроешь. Вот смотри. Мы ляжку это обожжем. И здесь пускаем ток. Смотри. Смотри. Смотри внимательно. Смотри. Опа. Ключ. 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 Повернуль. Напор. Пошел. И все. Так. Значит, следим за таймингами. Обязательно. Сейчас.
отрубаем пар, иначе нам тоже рожу опалит немножечко. Не поддается. Да поддаться, вот, все, изи. Изи. Сейчас пробегаем. Это лупоглазая хренотня тут отдыхает на чиле. Она, кстати, перекрыла собой целые ворота, если что. Теперь. Вот, ляжку она уже закинула. Мы делаем вот так. Давай. Хорош. Газ пущен. Все. Еще чуть-чуть газику. И нужно еще добавить, чтобы горело хорошенечко. Вот. Газ-контроль. Давай. Отлично. Значит, снова бежим. Теперь мы можем спуститься вот тут. Потому что калитка у нас открыта. На щеколде была. Теперь проход чуть-чуть быстрее. А теперь это вот этот сфинктероподобный черт. Ага, это он сделал. Психанул. Перепсиховался чуть-чуть. Давай теперь вот здесь психани. Все, теперь он здесь психанул разочек. Давай. Давай, давай. Ай, обжегся. Бобо, бобо, бобо. Много? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Просто ступни отпалил. Так, сейчас мы здесь проходим. Значит, возвращаемся снова наверх. Возвращаемся. Возвращаемся, значит, обратно. Так. Проходим здесь. Значит, газ пущен. Мы сейчас, конечно, чуть-чуть повредимся. Вот. Теперь нам нужно нажать кнопку, сделать короткое замыкание, и чтобы эта хрень подлетела на воздух. Вот. Ну, мы этого избежать не смогли, к сожалению. Ну ладно, чуть-чуть поцарапали ляжку. Не страшно. Все, хрень полетела на воздух. Оружие с собой не оставил никакого. Печаль. Давай, мы здесь пробежку сделаем. Мы просто посмотрим, что тут да как. Что мы могли не заметить, что нам могло пригодиться. Так, но нет ничего. Ничего здесь не валяется. Значит, мы снова проходим в эту калитку, которую эта хрень охраняла. Делаем пробежку. А вот это никак не сдвигается. Это никак не сдвигается. Я так понимаю, нам как-то нужно спасаться отсюда. Потом будет. Через, возможно, через это помещение. Не знаю. Не могу говорить, не могу судить. Здрасте. Очень приятно. Это храм имени Ктулхи. Сейчас меня тут прикроют, да? Сейчас меня тут прикроют. Все, меня прикрыли. Есть. Сделаем пробежку. Сейчас будут галлюцинации. Давай быстрее. А можно его прокатить? Оттолкнуть можно его? Давай еще раз ему. Оплеуху. Так, пока. Интересно. Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Так, подбегаем. Оп, ключиком. Когти голыми руками не раздвинешь. Ясно. А пассатиш нету? Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Так, а он, может, если я несколько раз понажимаю, это мне поможет? Тяжелый ключ. Возможно, я просто чего-то не взял с собой. Возможно, есть какой-то рычаг. Нужно просто покопаться. Походить вот тут вокруг. Нету. Письмо. На табличке вырезан текст на каком-то древнем языке. Текст на каком-то древнем языке. Давай попробуем посильнее поджарить.
Еще. Давай, прожаривай. Устроим пожарку, прожарку этого камушку. Так. Так, как тебя сейчас сковырнуть-то, мать твою? Мне что придется... Стоп! А вот это... Вот эта хрень двигается, прикинь? А чё я сразу-то не допёр? Ну, я не знаю, давай я, например... Ага, свет все равно попадает именно сюда. Давай поближе к Тулухе придвинем. Тулха, в Тахану. Давай, поближе к тебе, чтоб ты рукой достал. Вот, ты сейчас сам сковырнешь. И? Когти голыми руками не раздвинешь. А ты раздвинешь, чел? Или смотри, может его нужно специально... придвинуть поближе, чтобы я успел после кнопки добежать и попробовать ключиком поковырять. Вот смотри. Пока он горячий. Ой, не на ту кнопку нажал. Ой, не на ту кнопку нажал. Смотри. Не-не-не, не на ту. Сразу ключ. Да елки-палки. Нет. Давай, значит... Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Да хорош. Когти голыми руками не раздвинешь. Блин, походу мне сейчас придется все заново проходить. Снова. Я не могу его взять. Когда... Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Так. Попробуем двигать отсюда. От Ктулхи. Сейчас Ктулх, наверное, потянется за ним, да? Нет. Я не выберусь отсюда живым. Так, тихо, не начинай даже. Все нормально. Знаешь, что мне сейчас хочется сделать? Мне сейчас реально хочется уже посмотреть гайды. Потому что, хрен пойми, это прям по 50 раз это все перепроходить, без возможности сохраниться. И вот, мы, значит, снова возвращаемся в этот храм. Так, давайте тогда попробую теперь эту штуку подвинуть к двери. Ну, началось, блин. Может, здесь какой-то ответ есть? Нет, здесь никакого ответа нет. Был бы здесь какой-нибудь интересный спойлер, это, может, не помогло бы. Давайте в обратную сторону пойду. Или мне по скрипту обязательно... идти в определенную сторону. Так. Буйные пациентики, однако. О, это можно было скипануть на кнопочку. Так. Придвинул, да? В смысле? А влево-вправо можно? Нет. Так. Тихо. Тихо, Ктулха. Не надо меня обижать. Интересно. А что интересного? И как это поможет? А как там убрать кнопку? Во. Так, начинается нашептывание. Я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале, как напротив прохода стоит постамент с большим красным камнем. Напротив так. Двери заперты. Я в ловушке. О, дверь заперта. Так, давай пробуем морфий применить. Так, толкай. Давай, толкай. С ума не сходи, умоляю. Я жду тебя. Не-не-не, не надо меня ждать. Сам сдохни. Не сдамся. А ты идешь. Сюда. Ты меня хочешь? Так.
Сами не раздвинешь. Ты сдохнешь. Ключик. Сдавайся. Примени еще один. За мной следят. Нет, никто не следит. Если смотреть на статую, то я не могу его взять. Драгоценный камень накрепко зажат в пьедестале когтями. Да что я в этой комнате забыл? С ума сойду. Нужно отсюда выбраться. Давай, побежали. Калитка закрыта. Я не смогу их взломать. Я слышу, он меня зовет. Ну все, сумасшествие. Я не могу нормально думать. Это что такое было сейчас? Это законно вообще? Охренеть! Видали? Это что такое? Я понимаю, что играю, никого не трогаю. А текстуры меня давай как перешвырнуло. Нет, мне такое не нравится. Офигеть. Я и так по 100-500 раз пытаюсь один тот же уровень пройти, потому что тут загадки хер догадаешься. Без полторашки. Так. Все. Мы, значит, опять снова спускаемся. Я, наверное, раз четвертый или пятый пытаюсь пройти этот мини-храм Ктулхи. Мини-храм Ктулхи. Потому что... Все. Значит, вот смотри. Я вот пока тут бегал... Ну все, началось. Давай мы сейчас калитку... Прерывай. Давай. Можно прервать? Давай побыстрее. Ускоряйся. Ускоряй, Гумер. Ускоряй. Можно? Нельзя? Давай, пощупай его. Все, пощупал. Вот смотри, что я подумал. Я вот решил... смотри. Луч. Интересно. Мне вот интересно, если этот луч сейчас поближе придвину... Возможно, угол изменится. Угол луча. Что здесь сверху есть? Ктулха отражает луч. Может, этот луч... Стоп, а он идет из камня и в Ктулху? Или Ктулха извергает этот луч? О, стоп, нет! Он идет из Ктулхи. И нужно в камень. Тихо. Кали себе вкусняшку. Опа. Еще чуть-чуть. И сейчас попадет. И что-то будет. Вот. И сейчас что-то будет. 100%. Тихо. Да 100% что-то будет. О, берем. Ну, наконец-то. Мы вас нашли. Как я рад вас видеть. Да, действительно. Что это за место? Ктулха здесь обитает. Это какое-то святилище. Наверное, это частная молельня маршей. А горгулья переросток? Это не горгулья, агент. Это Ктулху. Парни, ты как ты смеешь? Эта комната скоро будет погребена под слоем камней и металла. Ладно, Уолтерс, пошли, пока все не взорвалось. Как они обо мне... Как они переживают обо мне, ты посмотри. Сейчас взорвется? Все, завод полетел на воздух. И эта хрень полетела на воздух, туда и дорога. О, да, вот тут уж квесты тут заставляют немножко почесать репу. Орден Дагона. 9 февраля 1922 года. Ночь. На комбинате прогремел оглушительный взрыв. Раз. Я бегу изо всех сил, спасая свою жизнь. Два. Я лежу лицом вниз, с полным земли ртом. Надеюсь, все это было... Все, что там было внутри, разлетелось на куски. Что там была за тварь? Какая-нибудь медуза-переросток? Ну как же она могла выйти из воды? Да как она вообще на свете существовать может? У меня в ушах до сих пор стоят крики агентов Гувера, которых пожирает едкая слизь. Впрочем, несмотря на жертвы, рейд принес свои плоды. Федералы добыли кейс с какими-то бумагами, компрометирующим маршей. Похоже, среди прочей семьи маршей, в частности, Себастьян,
Среди прочего, семья Марша, в частности Себастьян, наладили контакты с врагами США. Тому, кто предложит больше денег, он предлагал на продажу какую-то заразу. Нечто вроде бактериологического оружия. Это идет в разрез со всем международным соглашением, и все же меня совсем не удивляет. Даже если Марш заботится о подобных вещах, в чем я лично сомневаюсь, может остаться, что новости о заключении международных договоров до Инсмаута вообще не дошли. Но я знаю, что это еще не вся история. Взять, например, святилище на нижнем этаже комбината. Изображения тех ужасных божеств еще долго будут навещать меня в сновидениях вдобавок к обычным кошмарам. Почему они показались мне знакомыми? В любом случае, доказательства торговли оружием развязали Гуверу руки, и он получил полномочия применить крупный калибр, в буквальном смысле слова. В Инсмауте введен военное положение. В залив вошел катер береговой охраны, и на берег высадился отряд морской пехоты. Выжившие члены эзотерического ордена Дагона во главе с Робертом Маршем забаррикадировались в старом дворце масонов. Я предложил сравнять его с землей при помощи артиллерии морской пехоты и пушек катера. Но Гувер сказал, что хочет взять Маршей живым. Это будет непросто. Пехотинцы штурмовали главный ход здания, теряли рассудок прежде, чем могли дойти до цели. Командование решило, что Марш пустил какой-то психотропный газ, но надевший противогазы второй штурмовой отряд постигла та же участь. Вот тогда-то Гувер и вспомнил о рапорте, в котором говорилось о старом туннеле контрабандистов неподалеку от берегов реки Мнуксет, который должен вести в здание. По-моему, моя удача никогда мне не изменит. На комбинате погибло и было ранено очень много агентов. И Гуй решил, что именно мне выпадет сомнительная честь представлять ФБР в операции по проникновению в здание Ордена через потайной туннель вместе с отрядом морской пехоты. Мне нужно встретиться с сержантом Картером, его солдатами возле ворот комбината. Затем мы отправимся по закованной в лед реке на поиски тоннеля. Наверное, поспать мне вообще никогда не удастся. В принципе, разницы сейчас уже никакой. Тревожные звуки видения становятся все хуже, несмотря на то, что все они связаны с событиями, происходящими в Инсмауте. Я надеюсь, что, добравшись до истоков этого ужаса, смогу обрести свои утерянные воспоминания. Начинается веселуха. Судя по всему, начинается веселуха. Эзотерический орден Дагона. Наша скучная и несовершенная наука бледнеет перед пониманием существ, которые появились на свете задолго до людей. То, что мы говорим, лишь самое отдаленное подобие истины. Сейчас опять катсцена, да? Ваши люди нашли этот старый туннель контрабандистов? Пока нет. Наша разведка считает, что вход в туннель находится ниже по течению. Мэнуксет замерзла, так что можно и по льду добраться. Пойдемте. Вперед, ребята! Зачистить территорию! Ну, ё-моё! Да. Иди прямо! Да. Паркер, прикрывай с фланга! А ты меня пропустишь? Я тоже могу пройти. Или сейчас что-то будет? О, все, побежали, да? Побежали? Смотрите в оба и держите оружие наготове. О! А, у меня пушка. Но! Давайте я на сегодня на этом закончу. Продолжу в следующей серии, потому что сегодня прохождение затянулось довольно-таки. Вот, не хочу сильно растягивать на часа полтора. Вот, так что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, YouTube канал, ВК Play Live и канал в Телеграме. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И ждем следующей серии. Всем пока.